увидел кусты. Видите, какие кустики пушистые вроде бы. Они цветут желтыми, какими желтенькими цветочками. А сейчас у них семена такие колючие вырастают. Вот оно, семя. Колючесть у него повышенная. И если вы пойдете по степи, то будет у вас все ноги будут все в колючках этих. А цветут они так желтенько, мягенько, хорошо. И потом вырастают в эти колючки большие. То есть небольшие они, маленькие, но колючесть. Степная колючесть. И вот эти тоже колючки. Ну, эти колючки видно большие, а эти как-то невзрачно, незаметно, но они попадаются под ноги. Еще есть колючки такие на траве, которые, ну, они в босоножки больше попадают и сеются потом. Вот видите, сколько их, много этих поколостостей. Они прямо вот цепляются, наверное, этими колючками и потом рассаживаются. Это июль уже, степь уже начинает отцветаться и засыхать трава.